Дана ініціатива належить громадській організації «Асоціація Ноосфера», за ініціативою кошти якої і відкрито, і обладнано наші лабораторії. Тобто, якщо у вас, чи у ваших знайомих, чи у ваших колег є ідея для якогось інженерного, технологічного стартапу, можливо, якогось наукового проєкту чи соціального, ви можете знайти наші контакти і звернутися до нас. Це лабораторії в місті Києві, Житомирі, Рівному, Дніпрі та Черкасах. І перейду до етапу представлення нашого спікера. Сьогодні наш вебінар веде Євген Федоров, доктор технічних наук, професор кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем Черкаського державного технологічного університету. Він є автором понад 170 наукових праць, 15 плюс монографій, більше 20 публікацій в Scopus Web on Science, а також засновником наукової школи «Паралельні та розподілені інтелектуальні комп'ютерні системи». Ну і в цілому це наш гуру нейронних мереж, людина, яка знаходиться в мейнстрімі даного напрямку. Тому з радістю передаю йому слово. І наразі Євген Євгенович ознайомить з питаннями, які сьогодні будуть висвітлені на вебінарі. Бажаю всім учасникам цікавого і пізнавального часу разом з нами. Дякую. Добрий день. Сегодняшний вебинар посвящен диплёрнингу, да, все, что вы хотели узнать про глубинное обучение. Сейчас, неважно, чем вы занимаетесь, хотите распознавать речь, хотите распознавать изображение, да, заниматься какими-то играми, да, везде появляется диплёрнинг. Когда вы берете смартфон, Deep Learning работает в нем, да. То есть мы даже не подозреваем, насколько это уже вошло в нашу повседневную жизнь, поскольку Deep Learning, он как бы работает под капотом, да. Мы не удивляемся, когда нашу речь распознают, когда наше лицо распознают, когда отпечатки пальцев будут распознаны, да, когда различные коды у вас распознаются. Мы даже об этом не задумываемся. На деле это работает технология Deep Learning, которая связана непосредственно с технологией параллельной обработки информации. Они как бы идут вот как левая и правая рука, да, вместе, неразделимо. Далее, что следует здесь сказать? Deep Learning используется для обработки, ну, во-первых, одномерных сигналов. Ну, самый такой, наверное, распространенный пример – это речь. Да? Ну, обычно используется здесь глубокая машина Больцмана. Ну, что тут можно еще добавить, что здесь может быть некоторый прогноз, допустим, да, некоторая там классификация, там, идентификация диктора и так далее. Этому посвящен целый ряд статей, существует масса различных модификаций машин Больцмана и для прогноза, и для речи и так далее, в различных вариантах. Далее, двумерных сигналов, да, ну, это изображение. Но обычно здесь используется сверточная нейронная сеть или автоэнкодер. Ну, суть разницы между ними, да, заключается в том, что если нейронная сеть обычно используется для классификации, ну, например, определить, какому человеку принадлежит вот лицо, да, то есть мы по изображению лица определим человека, то автоэнкодер, он обычно используется для восстановления изображения. Например, ваше изображение может быть зашумлено, ну, там, тем же шумом Гаусса, как наиболее таким тяжелым шумом, да, и в результате обработки в автоэнкодере происходит восстановление изображения. То есть по некоторому зашумленному, там, измененному, да, эталону, вы восстанавливаете уже исходный эталон. Ну, может, это не только в шуме используется, ну, например, какой-нибудь там опасный террорист, допустим, там может надеть там очки, допустим, там отрастить усы, к примеру, и так далее. Этот автоэнкодер позволяет восстановить как бы исходное изображение, да, где он лишен вот этих как бы добавочных признаков, поскольку сразу хочу сказать, что есть так называемые антропоморфические признаки лица,
по которым, которые изменить, ну, скажем так, крайне сложно, да, то есть тут уже там, допустим, очками там или усами, конечно, не оделась, или там прической. Вот, это у нас как двумерные. И еще есть трехмерные сигналы, тоже такой весьма популярный, это у нас видео. Ну, здесь обычно используется трехмерная сверточная нейронная сеть. Вот, то есть у нас здесь как бы используется не только как бы такое обычное изображение, но поскольку это же идет уже у нас каким-то временным трендом, да, то это как бы вот такой пакет изображений, да, как бы смещенных во времени. Тут уже нужна трехмерность, ничего не поделаешь. Ну и кроме того, тут можно всегда сказать, что еще же надо учитывать, какой цвет изображения. Да? Допустим, если это так называемый серый, там grayscale изображение, то тут проще, тут как бы одна будет плоскость. Если, допустим, RGB изображение, то тут уже у нас выскочит три плоскости, но это все уже немножко усложнится и с точки зрения вычислительной сложности, скорости, соответственно. И так далее. Вот это у нас три основные направления. Конечно, этим все не исчерпывается, но это как бы вот такие вехи, как бы основные вот позиции здесь. Опять-таки, ну это приведен только как бы классические примеры. Разумеется, сейчас есть масса модификаций. Там не только CNN, бывает CNN смешивают еще со шлюзовыми сетями, там LSTM, то есть же и так далее. То есть сейчас масса публикаций идет по таким, скажем так, гибридным, да, уже вещам, где, например, CNN используется для выделения признаков, а, допустим, LSTM уже может играть, ну, примерно прогноз, там, классификацию, ну, смотря какая у нас задача стоит. Далее. Что можно здесь сказать? Что сферами от применения, мы, кстати, видим сейчас на экране, является у нас управление динамическими объектами, ну, например, беспилотники, автомобили, дроны, да. Далее, биометрическая идентификация личности, например, там по голосу, лицу, там радужные оболочки. Вот тут, кстати, блестящий пример, видите, вот как бы маски такие надеты на лица, и тем не менее, вот нужно идентифицировать, что это, допустим, один человек. Далее, обработка текста, например, распознавание рукописного текста или изображение на объекте текста. Да. Далее, восстановление зашубленных изображений, анализ эмоций, анализ медицинских изображений, ну, там томограммы, прогноз показателей, ну, чаще всего это, конечно, финансовые, ну и не только, это может погода быть, ну, масса различных показателей, может быть связь, допустим, даже там с математическими функциями. Ну и deep learning обычно используется вместе вот с технологией параллельной обработки информации CUDA для GPU, что обеспечивает не только точное и надежное, но и быстрое обучение. Ну и бурное развитие deep learning отражает и резкий рост научных публикаций по данной тематике. Ну вот, вот на этих картинках, если мы посмотрим, да, вот тут же, допустим, мы видим пандочку, и вот тут указан, вот насколько точно его распознала. Здесь видим же, опять-таки, вот эти у нас рукописные, да, или там печатные символы, которые тоже распознаются. Здесь вот этот самый, допустим, как бы крайний вот здесь, где написано у нас EXE, да, то есть вы можете смартфончиком сфотографировать какое-то изображение, и потом оно будет проанализировано, и вам будет выдано, что, собственно говоря, на нем уже даже с транслейтом уже было изображено. Вот тут у нас вот эти картинки с девушкой, да, вот внизу, они связаны с чем? То есть было произведено некоторое там зашумление, мы видим, да, там написаны какие-то буквы, там освещенность могла какая-то быть и так далее. И дальше мы стараемся это изображение восстановить, ну, например, тем же автоэнкодером, вот такой блестящий пример. Вот. Ну, и тут дрончик нарисован. Вот это вот как бы такие основные сферы применения. Но опять-таки, конечно, этим все не исчерпывается. Там есть очень и очень много сфер. Далее. Базовая работа со средой Google Collaboratory. Google Collaboratory – это размещенный на хосте сервис Jupyter Notebook, который не требует настройки для использования и предоставляет бесплатный доступ к вычислительным ресурсам, включая графические процессоры. Почему это важно? Отнюдь не у всех есть видеокарты NVIDIA. Вот вам такой пример, да, который как бы ограничивает возможности. А без вот этих, без GPU, да, без вот этих NVIDIA-вских карт,
скорость очень будет низкая. Особенно, дай бог, если у вас хотя бы маленький бенчмарк, да, а если большой. То есть вы можете дни, там, месяцы и недели тратить на только одно обучение. Ну, вы же понимаете. Это, то есть использование видеокарты NVIDIA значительно ускоряет. А тут вам абсолютно бесплатно будут предоставлены мощности. Более того, мы там еще дальше рассмотрим, как вы можете опросить, какой ресурс вам был предоставлен, чтобы вы как бы не работали в темную. Да? Вы уже знаете, на что вы можете рассчитывать. Далее. Jupyter Notebook позволяет интерактивно работать с кодом Python непосредственно в браузере и особенно хорошо подходит для машинного обучения и анализа данных. Jupyter Notebook состоит из независимо запускаемых ячеек с кодом, которые в результате запуска выполняют содержащийся в ячейке программный код и добавляют в пространстве имен соответствующие имена переменных, там, функций, классов и так далее. Да? То есть там разнообразные. Код питона может быть. Код можно запускать как отдельно для каждой ячейки, так и последовательно от первой ячейки к последней. Jupyter Notebook позволяет комбинировать блоки запускаемого кода с текстом и Markdown разметки. Ну, это аналог, некоторый аналог HTML, скажем так, ну, только своеобразный. Да. Вот, формулами там на LaTeX, да, то есть если вы хотите использовать какую-нибудь серьезную математическую формулу, да, ну, Word это, например, тот же Equation, допустим, да, или там MassType, а здесь это LaTeX. Чем популярен этот LaTeX? Тем, что в отличие, допустим, от того, что нам предлагает Word, да, это код занимает предельно мало места, соответственно, его очень легко передавать по сети, да, очень компактный. Вот, по сути дела, каждая формула она в виде какого-то набора кодов представляется. Да, изображениями также и другими форматами выходных данных. То есть вы можете тут и обучить сеть, и визуализировать ее структуру, и визуализировать результат, который, ну, допустим, там прогноз. Мы на следующих вебинарах это увидим, да, как визуализируется тот сигнал исходный, да, на котором, допустим, учили, к примеру, да, и тот, который уже в результате обучения будет получен, можно как бы сравнить. Вот. Ну и кроме того, Jupyter Notebook запускается путем подключения к виртуальной машине, максимальный срок службы которой может достигать 12 часов. Ну, сразу стоит сказать, что может, конечно, и больше, но 12 часов – это бесплатно. Дальше, если вы хотите получить дополнительные там, мощности, дополнительное время, это опять-таки там уже, как говорится, через кэш будет идти. Да? Ну, 12 часов, в принципе, для не очень сложного бенчмарка, не очень сложно, значит, более чем достаточно, ну, чтобы хорошенько набить руку на работе и со средой, и, собственно говоря, с питоном, и понятно, конечно же, с нашим диплюнингом. Вот. Ну и Jupyter Notebook может также отключаться от виртуальной машины, если долго не используется. Да. То есть, например, если вы параллельно там решили посмотреть Facebook, к примеру, да, то это будет, так сказать, проконтролировано, и вас просто автоматически отключат, к примеру. Вот, да. Так что тут вот так. Ну, потом вы можете подключиться. Вот. Далее. Итак, мы с вами рассмотрели сейчас, собственно говоря, зачем вообще нужен наш deep learning, да, что полезного в нашем Google коллаборатории, да, в Jupyter ноутбуке. Вот. Ну и теперь, собственно говоря, уже переходим непосредственно к работе с Google коллаборатории, там создание Jupyter ноутбука, ну и какие основные интересные фишки, да, там есть. Типа там опросы устройства и так далее, то есть вычитки там информации из файлов. Итак, ну, чтобы запустить, да, наш Google Collaboratory, да, мы вначале по ссылке https://collab.research.google переходим, да, и нам будет вот представлено вот такое, тоже такая, там, так, окошко, которое вот вы видите, например, которое вы видите сейчас на экране. Вот. Здесь далее следует нажать кнопку «Создать блокнот». В результате появится вот окно, которое вот содержит единственную пустую ячейку кода. Вот мы ее как раз здесь видим. Видите, тут такое кружочек и с таким треугольничком. Это как раз вот эта
ячейка кода пустая. Ну и текст программы Python может быть скопирован в эту ячейку кода или набран в этой ячейке кода. Все предельно просто. Далее. Ну и для использования Jupyter Notebook в качестве аппаратного ускорителя GPU следует выбрать «Изменить» и далее «Настройки блокнота». Вот, собственно говоря, у нас вы видите это на нашем слайде. Ну и вот в результате на экране появится вот такое следующее окно. Здесь вы выбираете GPU и нажимаете кнопочку «Сохранить». Видите, здесь она вот как бы подсвечена. Далее. Какой еще важный момент? Опять-таки, чтобы вы четко знали, с каким ресурсом аппаратным вы работаете, да, надо, есть как бы такие основные функции, да, базовые, которые вы можете опросить аппаратные средства. Итак, для проверки использования Jupyter Notebook в качестве аппаратного ускорителя GPU, ячейку кода, ну, мы только что с вами говорили, следует скопировать следующий текст программ, вот, питона. То есть импорт, TensorFlow, да, вот это у нас мы название нашей библиотеки, и далее вот, собственно говоря, сама функция, вот это GPU device name. Ну, и если GPU используется, то вот будет выдано вот что вам на экран, да. Ну, обычно, ну, GPU в общем случае может быть несколько, ну, когда, ну, первое, это у нас GPU, да, то есть если все нормально, вот он показывает, что, ну, а потенциально, конечно, может быть несколько штук, можно там опросить, сколько там GPU и так далее еще. Ну, если вы хотите на нескольких работать GPU. Далее, для проверки использования Jupyter Notebook устройства облака, ячейку кода следует скопировать следующий текст программы Python. Да, вот. Опять-таки мы указываем здесь целиком нашу библиотеку. В принципе, вы можете потом уже, чтобы не так много писать и постоянно вот эту всю длинную цепочку не перечислять. Вы можете использовать также опцию там from, указать, да, ну и сократить запись. Ну, здесь просто намеренно давалась уже полная запись, чтобы было понятно, в каком подмодуле что лежит. А так, конечно, это вот эту всю, ну, можно, конечно же, упростить, там, назвать, допустим, там, TF, к примеру, и все. И вот тут мы, обратите внимание, вызываем вот эту функцию list local devices, да? Вот, ну, то есть список вот этих локальных устройств. Ну, если же поиспользовать, то будет выдана информация подобно следующей. Опять-таки, это какой ресурс вам, или там ресурсы вам будут предоставлены, информация может разниться. Это я вот показывал просто, что было предоставлено мне в качестве аппаратных средств. Вот. Видите, вот здесь по CPU, да, то есть нам дается память. Далее по нашему GPU, да, и вот, вот эти физические какие устройства. И вот, обратите внимание, вот, Tesla T4. Это в аккурат как раз ваше GPU. То есть вот в данном случае мне было предоставлено NVIDIA Tesla T4. Вот. Ну, это Mass ID, это у нас шина, ну, и совместимость 7.5, да. Вот, по вот этому Computer Capability это весьма важная характеристика. Почему? Потому что в зависимости от нее это, она характеризует как бы там класс, тип, да, NVIDIA-вской карты. Ну, понятно, чем выше, тем лучше. Да, там есть масса соответствующих архитектур, есть и Maxwell, Kepler, там, Turing и так далее. То есть, в принципе, в Википедии вы можете детально посмотреть полный набор классификаций, но опять-таки, вы должны учитывать вот это Computer Capability или там CC сокращенно. Почему? А потому что в зависимости от этого карта что-то может, чего-то не может. Понятно, с более высоким CC они могут больше, там есть свои особенности, более низким – меньше. Ну, там, вот. Поэтому это обязательно надо учесть. Далее. Для проверки версии Python, используемого Jupyter Notebook, в ячейку кода следует скопировать следующий текст. Вот. Python версия. И тогда вот здесь будет вам выдано, с какой версией вы работаете. Это тоже важно. Почему? Потому что в зависимости от версии, вы же учтите, что, к сожалению, и в Python, ну, как, кстати, и в Java, могут быть проблемы с чем? Проблемы с совместимостью. Да? То есть какие-то пакеты с какими-то могут быть несовместимы. Ну, слава богу, те, кто нам предоставляют ресурсы, нам вот этот устанавливают у себя версии Python,
они это уже учитывают, и более или менее это уже как бы подогнано, чтобы Python и Keras, к примеру, да, ну, TensorFlow, они были более-менее совместимы, чтобы не возникало проблем. Далее. Ну и для установки в библиотеке, отсутствующей Jupyter Notebook, в ячейку кода следует скопировать вот следующий текст. Да? То есть мы pip install, ну и указывать конкретную библиотеку, например, Keras. Допустим, там TensorFlow, ну, вот смотря, что вам нужно. Вот видите, я тут специально выделено курсивчик, но тут подставляется имя конкретной библиотеки. Это, в принципе, основные библиотеки тут стоят у них уже автоматами, TensorFlow, Keras, но вдруг что-то вы захотите, какую-то там особенную библиотеку, ну, например, вы захотите работать, допустим, с нечеткой логикой, к примеру. Да, вот нечеткая, вот, это более такой специфический пакет, ну, тем не менее, он существует, да. Вы можете, кажется, его сюда подставить, и вам он докачает, и будет спокойненько работать. Чтобы вы не пугались, что у вас какая-то библиотека отсутствует. Это все благополучно лечится. Ну, BeamInstall тут штука в чем? Что за кадром, сразу хочу сказать, что тут, конечно, работает, конечно, это Linux-система. Linux-система работает с докером, и в докере все это хозяйство, в общем-то, крутится. Поэтому тут, конечно, опять-таки, я же говорю, за кадром стоит вот операционная система. Далее. Переходим уже ну, непосредственно к среде. Вот Google Collaboratory. Итак. Для добавления пустой ячейки кода следует выбрать, вот мы видим на экране, вставка и кодовая ячейка, ну или нажать просто код. Да, вот тут у нас, видите, еще где плюсик код, да. Можно и так, и так. Ну и в результате вот у вас будет добавлена еще одна вот ячейка кода. Мы это видим, видите, этот кружочек с треугольничком. Для добавления пустой ячейки текста, ну, например, вы, допустим, захотите дать какой-нибудь там не просто текст, ну, текст вы, понятно, можете в текст Питона поставить там, ну, через решеточку, это можно, но если вы хотите, извините, допустим, нарисовать формулу, да, формулу вы так просто в тексте Питона не нарисуете, то в этом случае вы что делаете? Вы выбираете вставку, текстовая ячейка, или нажимаете вот здесь, где у нас стоит плюсик, текст. Вот. И вот видите, в результате вот что у нас появится, вот, да, вот самое как бы вот это нижнее, и тут вы можете набирать некоторый текст, в том числе, ну, конечно, прежде всего, это для детства, для каких-то формул, которые, опять-таки, обычная ячейка с кодом не пропустит. Да. А тут, пожалуйста, то есть у вас будет красивая презентация, допустим, может быть, да, получится, то есть у вас код Питона, и плюс еще, допустим, в LaTeX, к примеру, набраны еще какие-то формулы. Ну, то есть, чтобы было понятно, ну, например, даже нейросеть, да, то есть вы показываете, вот как я на каком математическом аппарате базируюсь. Далее. Ну, это по поводу добавления. Теперь, для удаления текущей ячейки там, кода или текста, неважно, да, вы выбираете изменить, удалить выбранные ячейки или использовать вот значочек корзинки, тут он есть, вот справа, да, вот как раз значок корзинки рядом вот с тремя точками находится. Можно так, можно так. Ну и вот в результате текущая ячейка или кода, или текста уже, опять-таки, неважно, будет удалена. Теперь, ну это если у вас, допустим, одна ячейка, но у вас же их, вы захотите, может, все ликвидировать, да. В этом случае для выполнения, к примеру, всех ячеек кода следует выбрать среда выполнения и выполнить всю. Ну, у вас, допустим, вы можете, у вас несколько нейронных сетей может быть, и вы сразу хотите все, допустим, там обучить, например, да, чтобы не скакать по какой-то, по всем ячейкам последовательно, вы сразу выделяете все, запускаете. Ну, и вот в результате, да, вот, под каждой ячейкой кода будут выведены выходные данные, ну, результат выполнения этой ячейки кода. Ну, тут простейший пример, да, вот как бы такой стандартный, вот, да, можно сказать, классический, вот, просто вывод текстовой информации. Например, ну, как бы такой известный, наверное, во всех языках программирования. Далее.
для выполнения ячеек кода, которые предшествуют текущей ячейке кода, да, то есть вы, например, не хотите все сразу выбирать, а с другой стороны, вы не довольствуетесь только одной ячейкой кода, да, вот в этом случае, который предшествует текущей ячейке кода, следует выбрать среда выполнения и вот выбрать до этой. Ну и вот результат выполнения, вот здесь вы видите. Только вот, вот это у нас первое выполнилось. Для выполнения текущей ячейки кода, да, следует выбрать среда выполнения, выполнить код вот в фокусированной ячейке. Ну или же вы можете нажать вот этот, где у вас кружочек с треугольничком. Ну и вот опять-таки вы видите результат. Вот он выводится, как всегда, видите, под вот этой текущей. Вот это тут он, если это у нас того сероватого как бы цвета, да, то тут у нас на таком белом фоне. Ну, чтобы четко пользователь видел, где код и где, собственно говоря, результат. Далее. Для выполнения текущей или следующих заданий ячеек кода следует выбрать среда выполнения, выполнить ниже. Ну и в результате под текущей или следующими ячейками кода будут выведены выходные данные, результаты выполнения этих ячеек кода. Ну, мы видим, да, то есть вот столько вот это, где у нас вторая. Ну, если бы тут было еще несколько, да, то еще бы было бы по нескольким ячейкам. Далее. Для теперь удаления выходных данных, да, результата выполнения всех ячеек кода. Ну, чтобы опять-таки, да, вы выполнили ячейки, вам выдался какой-то результат, ну, согласитесь, этот результат, ну, загромождает вам код, да. Ну, после того, как вы его посмотрели, там, проанализировали, чтобы, опять-таки, не скакать по всем ячейкам и не нажимать удаление этого результата, да, вам предоставляется возможность вот выбрать, изменить и очистить все выходные данные. То есть это проходится по всем вашим кодовым ячейкам. Ну и вот в результате, вот видите, у нас, где у нас, обратите внимание, где выводились вот это, наш результат нашего принта, да, вот сейчас этот авторезультата нигде нет. Ни в первой, ни во второй кодовой ячейки. Далее. Ну, это мы с вами рассмотрели как бы вот такие основные, базовые, да, наиболее интересные моменты, связанные с добавлением, удалением, выполнением. Ну, самые такие базовые операции. Кукла-кала. Теперь возникает вопрос. Откуда брать, ну, обучающие данные, или там тестовые данные, без разницы, да, для нашего кукла-кала? Существует несколько наборов методов. Да? Ну, рассмотрим те, которые являются бесплатными и наиболее распространенными. Итак, ну, сразу стоит сказать, что вообще для машинного обучения, и, как в частном случае, конечно, и для глубокого обучения, да, используются табличные данные. Ну, собственно говоря, сразу стоит сказать, что здесь мы ориентируемся прежде всего на такое направление, как Data Science, который предпочитает именно табличные данные, поскольку в таком направлении, как Big Data, да, там данные могут быть не только табличными, там, так сказать, и уже как NoSQL, и уже, там, уже после NoSQL, да, там более, так сказать, расширено. Ну, тут мы ограничиваемся пока что табличными данными, ну, как самым таким наиболее распространенным средством, которое поддерживает все-таки, ну, будем говорить честно, наибольшее количество и наиболее распространенные на нас УБД. То есть такие, допустим, как MySQL, как PostgreSQL, например, да, как Oracle, допустим. Вот. То есть, ну и, понятно же, Microsoft там SQL Server. Итак, посмотрим. Изначально мы говорим по поводу импорта, да, вы видите, что тут, обратите внимание, вот это панду, который мы импортируем, модуль, это он именно предназначен для работы с табличными данными. Это достаточно солидный, мощный пакет. Там масса этих методов,
конечно же. Ну, там он работает не только с табличными данными, он работает также еще, будем говорить честно, и с временным рядом. Но тут нас интересуют именно табличные данные, как ну, более такой общий случай. Поскольку если у вас только один временной ряд, то вы можете взять тот же NumPy, да, то есть Numerical Python, и разограничиваться им. Вот. Ну, тут мы уже далее. У нас, видите, специфический модуль Google Colab Files, он как раз вот заточен под работу с файлами. И Google Colab Drive, он будет у нас заточен под Google Drive. Ну, чтобы вам было понятно, для чего каждый из этих импортируемых модулей библиотек да, используется. Итак, вначале создаем простейшую табличку. Ну, вот видите, у нас вот будет три колоночки. First name, да. Last name, age. Ну и, соответственно, обратите внимание, у нас будет и три записи. Да? Там, Иван, допустим, Иванов, там возраст, допустим, 20 лет и так далее. Там, Степан, допустим, Степанов, там возраст 30 лет. Ну и, наконец, Петр, там, Петров, возраст 40 лет. Вот эти три записи. Ну, простейший вариант, чтобы было просто понятно. Далее. Мы записываем вот эту табличку, которую мы в панде создали, да, вот в этот файл MyData CSV о коллаборатории. Вот. Обратите внимание, вот здесь мы перегоняем из, если это у нас был формат как бы data frame, да, то есть мы его перегоняем, вот видите, в CSV файл. Ну, CSV файл, я вам напоминаю, это текстовый файл Excel. Вот. И обратите внимание, где мы его сохраняем. Вот смотрите. Контент, да, то есть это спецконтент, это специальная директория или там каталог на Google Colab. То есть это не случайное имя, обращаю ваше внимание, да, то есть это именно эта директория, которая будет хранить ваши вот эти файлы. Неважно, CSV-шные, Excel-овские, это уже второй вопрос. Ну и тут мы, видите, обязательно ставим индекс false по той причине, чтобы индекс нам как бы там не портил содержимое файла. То есть вот далее. После того, как мы создали, и создали еще раз, подчеркиваю, это в Google лаборатории. То есть потом, после, тут важный момент, завершения работы с Google лаборатории, у вас эти файлы будут потеряны. Поэтому, если вы хотите ну, сделать что-то долгоиграющее, желательно, чтобы вы его потом скопировали к себе на локальный диск. Далее. Загружаем вот этот файл из Google лаборатории да, в локальную файловую систему. Вот. Сделаем download. И сразу у вас там потом выскочит здесь, ну, мы это уже не показывали, да, диалоговое окошко, ну, куда вы хотите его разместить в вашей локальной файловой системе. Потому что, опять-таки, я же говорю, начал после работы, ваш файл будет идти далее. Мы загружаем вот этот файл, то есть после того, как мы уже ну, тут вводим какой-то там каталог в локальной файловой системе, мы его загрузили, да. Потом загрузить вот этот файл уже с локальной файловой системы в Google лаборатории, да, как бы противоположная задача. Ну, и опять-таки, здесь будет снова выдано какое-то, скажем так, диалоговое окошко, и вот здесь читаем вот этот, ну, чтобы загрузить в нее, то есть он сразу у вас появится в этом каталоге после выполнения аплода, да, в этом контенте. Вот, мы уже после того, как он появился у вас там, да, вы считываете его в таблицу, то есть из CSV-файла, то есть вот где лежит, вы видим контент, да, мы считываем вот этот data frame, да, вот. Ну и выводим на экран после этого. Это мы с вами только что разобрали, как работать с пандой, ну и представителем DataFrame, да, и локальной файловой системой. Теперь более второй момент, не менее, наверное, распространенный, это работа с GitHub. Мы знаем, что масса проектов, масса бенчмарков лежит на GitHub. То есть любой, как бы уже уважающий себе да, программист, так или иначе за свою жизнь с ним сталкивался. Теперь наша задача какая? Вытянуть информацию с GitHub и использовать ее в лаборатории. Это как бы вот второй подход. Итак, обратите внимание, вот, что мы делаем. Заранее вы четко определяетесь, да,
с каким GitHub вы работаете. Ну, я тут использовал свой GitHub, я с него выкачивал заранее положенный тот же самый файл с тем же самым содержимым, что вы, с каким вы работали, какого вы там создавали в предыдущем примере. Вот он у вас вот здесь лежит по вот этому адресу. Вот. Ну, в курсе Python, да. То есть вы говорите здесь, обратите ваше внимание, откуда вы его скачиваете, да. Ну, вот это remote name, да, вот это, ну, стандартный curl идет, remote name, это у вас стандартная строчечка идет, да, вот это accept application, да, HD, GitHub, это, вот, ну, и вот этот location, понятно, откуда. Это у вас стандарт, ну, кроме, понятно, а здесь вы подставляете тот GitHub, который вас интересует. А об особенности вот этой ссылки мы чуть позже с вами поговорим. Тут есть свои тонкости. Далее. Считать файл MyData в таблическую, да. То есть мы тем самым его уже вот этой с помощью вот этого курла, да, мы его скопировали, да. Теперь мы уже вычитываем. То есть обратите внимание, что в результате вот этой как бы первой операции, первой команды с курлом, да, мы с вами уже переместили вот этот файл в Google Colab, да. Теперь мы уже вот из этого, ну, в данном случае, если уже совсем конкретно, то вот в эту директорию контент. И мы уже из нее спокойненько снова вот это вычитываем и выдаем на экран. Там у вас выдастся табличка, которая будет состоять из трех столбцов, ну и, соответственно, трех строк. Вот. Это вот как работать с GitHub. Теперь третий как бы возможный вариант, достаточно распространенный и, с другой стороны, достаточно простой. То есть это все, на мой взгляд, достаточно простые варианты работы. Вот. Это работа еще с Google диском. Вот. Как с ним работать? Ну и тут есть маленькая тонкость. Если до этого вы работали просто с директорией контент, ну и туда помещали файл, ну и важно, с CSV-шным, там, Excel, ну какой там у вас будет, или там с GitHub его перебрасывали, или там с локального файловой системы, то здесь обратите внимание, тут будет у вас уже директория не просто контент, да, а в директории контент будет размещаться директория Drive, а там еще будет находиться MyDrive. Это, как бы, вот эти все названия, они не случайны, они специфичны для Google Colab. Все это и контент, и Drive, и MyDrive. Вот. Далее. Что мы делаем? Здесь мы производим монтирование. Ну, опять-таки, не забываем, что под капотом у нас работает операционная система Linux. Поэтому термин монтирование, да. То есть он совсем, так сказать, здесь не случайен. И вот мы монтируем вот этот наш драйв, да. Далее, то есть после монтировки драйва автоматически в директории драйв будет создана директория MyDrive. Это я говорю вам сразу, чтобы вы не удивлялись, что мы тут ее не указали. То есть это работает на автомате. Далее, берем нашу с вами панду, опять-таки ее, да, здесь снова создаем, записываем, ну, как и ранее, да, вот эту таблицу файл, но обратите внимание, все казалось бы, как и раньше, за исключением чего? За исключением того, что вы пишете не просто в директорию контент, а в директорию контент drive, my drive. Вот. Ну, это уже отработка с точки зрения Google диска. Далее, после того, как мы считали, теперь обратная операция, мы вычитываем, да, уже в наш data frame, вот из этого файла. Ну и выводим принтом, выводим на экран, опять-таки у нас выскочит табличка. Ну и последний этап драмы. Ну, поскольку мы смонтировали, мы точно так что делаем? Размонтируем. Вот. Вот это у нас, видите, flash and unwound, да, то есть вы с флашем вы сбрасываете буфера, как бы еще, да, чтобы уже окончательно все сбросить, и производите размонтировку. Вот, то есть у нас мы с вами таким образом познакомились с тремя подходами. Итак, первый момент, когда вы просто работаете с локальной файловой системой. Второй, когда вы работаете с GitHub. И, наконец, третий, это когда вы работаете с Google Drive. Что осталось за кадром? За кадром осталась работа еще
с облаком, но она опять-таки, как говорится, идет через кэш, то есть это платное. То есть мы поэтому на ней здесь не останавливались, но потенциально есть, еще есть, может, менее применимы, но в принципе, что вы просто себе представляете, что имеет место быть, это вычетка из Google таблиц. Ну, опять-таки, мы этого вопроса не касаемся, поскольку у вас есть уже и так готовые файлы, то в принципе чтение из Google таблиц, ну, в принципе, да, оно есть, но оно значительно сложнее, чем те три метода, с которыми вы только что познакомились, требует больше кусков кода, там авторизации и так далее. Теперь, какие нюансы есть при работе с нашими данными? Итак, внимание. Вот при монтировании вот этого Google диска может потребоваться авторизация. Не удивляйтесь, да? В этом случае при выполнении кода выходных данных появится вот следующая ссылка, например, да? То есть вы видите Content Drive, да? Вот после этого здесь, ну, как один из примеров. И вот тут, видите, появляется ссылочка. На эту ссылочку следует нажать. Там у вас будет запрос, вы там выбираете, какой вы хотите там профиль, допустим, да, под каким вы в Гугле присутствуете, и спокойненько вам потом, вот когда нажали ссылку, да, в окне, ну, выбрали там профиль, допустим, и в окне вот скопировать код с последующей вставки его в окно выходных данных. То есть вот тут у вас появится некоторый код, вот, вы его копируете нажатием, видите, тут красненьким выделено, и потом вставляете, обратно переходите вот к этому окошку, где у вас вот эта ссылка была, да, вставляете этот код, и все, и вы авторизовались. Вот. Ну и вот у нас, что мы хотим еще далее сделать с вами. Вот, ну что, появится содержимое директории контент. Теперь. Для монтирования Google диска средствами графического интерфейса, да, следует нажать вот иконку, видите, выделена красным, у вас вот такая иконка директории. То есть до этого мы с вами обсуждали, как это сделать программно, а сейчас вот, пожалуйста, можно сделать графически, вот эту монтировку. Ну и после того, как вы ее нажали, да, в результате будет создана директория Content Drive Maker. Это создается уже автоматически, он, так сказать, про себя все знает. Да? То есть тут ему не надо указывать ни Drive, ни Maker. Ну, а размонтирование Google диска выполняется абсолютно аналогичным образом. Единственное, что нужно будет потом просто на вот эту иконку нажать, да, и она тогда будет размонтирована. Видите, вот здесь вот как бы у нас вот этот, то есть, значит, таким образом вы можете или делать программу типа вот там Flash Ended Mount, или нажатием на соответствующую кнопку. Ну и с монтировкой то же самое. Вот, чтобы вы понимали, что можно и так, что вам удобнее, то есть результат будет один и тот же. Далее. Вот, и вот тут видите, вы как раз здесь. Обратите внимание, вот красным выделено, вот это для размонтировки. Вот. Когда вам надо размонтировать, туда нажимаете и все. Теперь, чтобы определить URL, адрес файла на GitHub, следует использовать ссылку, которая связана с кнопкой Run, отображаемый в веб-интерфейсе при просмотре любого заданного файла. Это важный момент, поскольку если вы будете использовать, допустим, не RAW, к примеру, там BFAME, или же постараетесь сделать ссылочку просто на MyData CSV, то в этом случае вам будет дан не непосредственно ваш CSV-шный файл, а CSV-шный файл с примесью HTML, что, понятное дело, усложнит вашу задачу, то есть вам надо будет очищать данные от HTML-овской информации, что, согласитесь, абсолютно бессмысленно. Да? То есть обязательно учтите этот момент. Не забываем про вот эту, то есть вот эту кнопочку, да, то есть она связана с ней, связана определенная ссылка, то есть вы на нее наводите курсорно и смотрите там и копируете вот эту ссылку. И в этом случае, вот обратите внимание, видите, у нас вот эта наша табличка с вами, да,
знаниями. Вот чтобы у вас не штормило, именно вот она сама была, да, вот это не забываем, вот эту кнопочку. Вот. Это важные моменты, которые следует обязательно предусмотреть. То есть по основным мы с вами рассмотрели. Теперь плавно, так сказать, переходим к тому, что будет на последующих вебинарах. То есть если на этом, напоминаем еще раз, мы рассмотрели актуальность, мы рассмотрели среду, и в рамках среды мы еще рассмотрели, как работать с информацией, как ее там создавать, там пригружать, вот эту у нас табличную информацию, то на следующих вебинарах мы рассмотрим методы Кероса и как эти методы Кероса, то есть основную информацию по ним, да, какие там выходные, выходные там параметры, да, кратко для чего нужен метод, и также мы рассмотрим куски кода, где эти методы будут работать, и эти куски, каждый из этих кусков кода будет связан с созданием какой-то определенной нейронной сети. То есть, чтобы вам было понятно, как она создается. Все это будет делаться в Google Collab, чтобы вы понимали, что это, почему, собственно говоря, цель нашего занятия, да, чтобы мы увидели саму среду, как с ней базовые операции. А потом дальше мы будем вставлять сюда уже код, и с этим кодом мы будем работать, будем его визуализировать, и увидите, как это все интересно, и, в общем-то, на мой взгляд, будет достаточно просто. Дякую, Женя, за цікаву доповідь. І там у нас на початку виникли два запитання. Для создания нейронной сети, так, вы можете использовать различные бенчмарки, да, то есть они могут быть и на 1000 изображений, и на 100 изображений, и, допустим, а если, например, если это касается речи, там вообще могут быть несколько миллионов, то есть, какая, то есть OpenCV вы абсолютно правильно написали, да, это сейчас вот популярная технология для распознавания изображений лица, да. Работать вы можете сразу, другое дело, сколько у вас будет обучаться сеть, вот в чем дело. Но это уже второй вопрос. Это зависит от тех мощностей, которые вам будут предоставлены. Так учить можно любой бенчмарк. Другое дело, сколько это займет времени. Там может уже вам, если это уже серьезно будет промышленная у вас разработка, то вам уже, может быть, придется оплатить действительно больше мощности, большее время. А так размер ради бога. Какой надо, такой берите. Вебинар продли будет у нас еще два вебинара, мы планируем, на которые мы вот как раз будем рассматривать, собственно говоря, сами методы нашего Кероса и как их использовать для построения конкретных нейронных сетей. Будут использоваться классические известные нейронные сети типа GRU, типа LSTM, там CNN и так далее. На кого разрахованный вебинар? Початківці? Для, опять-таки, прежде всего имеет, конечно, смысл для людей, которые уже сталкивались, конечно, с питоном, то есть, ну, имеют представление, такие там структуры, там методы и так далее. В идеале, чтобы они немножко знали, что такое все-таки пакет NumPy, допустим, на, чтобы, ну, как базовые какие-то. Если они еще будут знать Pandora, тоже замечательно. То есть какие-то базовые пакеты. То есть мы будем углубленно рассматривать именно, извините за каламбур, глубинное обучение, да, поскольку это достаточно сам по себе немаленький, скажем так, пакет, и за 3 вебинара нам, дай бог, как бы рассмотреть, там, за 2 даже уже оставшихся, да, его, кажется, основные моменты. Потому что сами по себе остальные, то есть питон, надо прекрасно понимать, что это огромное море. Там масса существует пакетов, как таких известных, так и менее известных. То есть, ну, их рассмотреть за несколько вебинаров, да, и даже за год вы просто физически не рассмотрите. Поэтому базовый уровень, ну, какое-то знание элементарное, конечно, питона, да. Очень желательно, скажем так. А уже с Кероса мы уже рассмотрим конкретно, детально все. Так, Дупольна, дивіться, у мене таке питання є. Що, на вашу думку, є такими, або які теми математиці є такими мастхевними для подальшого розвитку в даному напрямку? Тобто, можливо, як вчили про Data Science,
Там, можливо, там теорія ймовірності, чи, наприклад, лінійна алгебра, що для вважається must-have-ом для даної спеціалізації? У нас с вами вот эта среда, да, она используется удобно для вот этого нашего с вами машинного обучения. Ну, а по поводу, допустим, линейной алгебры и всего прочего, ну, я скажу, конечно же, для работы вообще с нейронной сетью надо желательно, конечно, представлять себе, что вообще такое нейронная сеть, да, знать какую-то, ну, хотя бы базовую теорию. То есть мы, в общем, на следующих двух вебинарах кратенько скажем внешний вид сети, что там находится, какие плюсы и минусы. Но вы понимаете, каждая нейронная сеть – это серьезная, во-первых, математическая модель, раз, и, во-вторых, это некоторые численные методы, да, направленные на ее обучение. Ну, то есть, само по себе это, ну, достаточно такой большой, серьезный кусок материала. Поэтому взагалі мы как бы проговорим эти вопросы, да, а для более детального мы можем вам приложить уже по конкретным нейронным сетям конкретный уже вот математический аппарат, который используется, ну, как и сама модель, так и для ее обучения. Ну, и, конечно же, знания, допустим, там, численных методов исключительно приветствуются, поскольку, ну, будем говорить честно, что обучение нейронных сетей, ну, фактически, как бы, классически держится, конечно, численных методах, там, градиентный спуск и масса остальных, с одной стороны. А с другой стороны, если брать уже такие, как бы, достаточно более продвинутые технологии, оно может основываться на так называемых метаэвристиках. Это тут играет у нас такая оптимизация, да, то есть используется такой случайный поиск, да, ну, то есть генетический тот же алгоритм и так далее. Вот. Ну, знание математического аппарата, конечно, исключительно приветствует, чтобы вам было понятно, что такое эта сеть, как она обучается и так далее. Статистика, да, конечно. Конечно, то есть, по сути дела, будем говорить честно, что такое, ну, большинство нейронных сетей? Это некоторый набор нелинейных, системы нелинейных уравнений. Ну, тот же многослойный персептрон, да, что они себе представляют? Некоторые, кажется, какие-то набор каких-то функционалов, да, то есть вот каждый слой там стоит, как эта функция активации, то есть некоторая нелинейная система уравнений. Да. Что касается статистики, ну да, а куда же, извините, без статистики деваться? Я вам скажу более того, если взять так называемые стохастические сети типа, допустим, машины Больцмана, так там, извините, будь здоров, работает и аппарат вероятности, там, по сути дела, там вот эти же распределения популярные. Допустим, там может быть же распределение быть того же Каши, может быть там распределение Бернули и так далее. То есть там все эти вещи играют. То есть, по сути дела, ну, нейронная сеть, если уже к ней серьезно, да, относиться, это достаточно там работать серьезные аппараты и оптимизации. И вот этих всех, конечно же, там дифференциальных уравнений, понятно, да. То есть, ну, и вот эти, я же говорю, если брать по последний писк моды с точки зрения метаэвристики, работают те же всякие там случайного поиска методы, да, то есть это очень серьезно, конечно, все это там есть. А, какая литература? Ну, что бы посоветовал? Здесь я бы посоветовал бы вам почитать работы такого автора, как Бенджо. Он есть и на английском, и на русском языке есть его книги. Это один из классиков вот этого deep learning, да? Вот. Если говорить в общем, допустим, по сетям, то вы можете почитать такую классическую книгу, как Соломона Хайкина, у него есть уже несколько изданий, да? Можете почитать Агарвала, ну, там он в основном, по-моему, англоязычный, и вообще все книжки Агарвала очень полезны и интересны, он охватывает очень много моментов, связанных вообще с искусственным интеллектом, так что, ну, к сожалению, большинство из них на английском языке, ну, если у вас с языком техническим английским больших проблем нет, то вот обязательно почитайте, очень, очень хорошие, полезные работы. Мне, например, очень понравились. Считается один из таких классиков жанра.
То есть, в принципе, я думаю, что мы потом можем составить, учитывая вот вопрос, что возник, да, то мы можем составить список, который тоже можем, понятно, да, приложить, литературы, которая и по машинному обучению, и по тем же нейронным сетям. Вот. То есть это вполне, так сказать, разумно, да. Мы, я думаю, его вот на следующий вебинар как раз вот подготовим. Да, ну, на английском языке, конечно, основная масса литературы, ну, будем говорить честно, чего же лукавить, да. Ну, на русский некоторые уже, так сказать, есть тоже там переводы, так что, конечно, технический английский желательно знать, да. Тут я вас всецело поддерживаю. Возможно, мы подготовим, да? Список литературы как раз, да, и то, что уже переведено, и то, что англоязычное, да, конечно, это разумно.